Меня зовут Дима. Привет, я Маша. Меня зовут Гоша. Оля, меня зовут Эдвин. Меня зовут Саша. Меня зовут Дина. Привет, Саша. Hi, my name is Umberto. Я Саша. 34 years old. Мне 26 лет. Мне 24 года. Мне 23 года. Tengo 20 años. Мне 30 лет. Мне 21 год. 19 лет. I'm 39 years old. 21 год. I'm from Spain. I was born in Chile. Я из Санкт-Петербурга, Россия. Я из Самары, в Питере живу 2 года. Я из России, город Санкт-Петербург. Soy de Perú y vivo en Barcelona. Россия, родной город Псков, живу в Санкт-Петербурге. Я из России, живу в Москве. Санкт-Петербург, РФ. I live close to Munich in the south of Germany. Живу в России, город Москва. For me, it's many, many things. Love for my family, love for my friends, love for my boyfriend. Love is everywhere. Очень странное чувство, и прекрасное, и ужасное. Любовь заставляет тебя кричать, также она может лишить тебя и голоса. Может даже изменить значение слов. Да, несомненно, она также окрыляет, придает сил, наполняет. Когда она заканчивается, что остается внутри? Я думаю, пустота, страх испытать это вновь. Да, я любил, если по-настоящему. И в те моменты я отдавался по полной человеку, доверчив, этим именно и пользовались. Сейчас я влюблен, но я не вижу ничего хорошего за этим. Недавно задумалась об этом. Двигательная сила, энергия этого мира, Бог. Потому что любовь — это двигатель как и хорошего, так и плохого в нашей жизни. Способны ли ты на это? С чем ассоциируется у меня это слово? С мамой. Любила по-разному. Если брать любовь к мужчинам, наверное, она для меня слишком быстро во мне образовывалась. Любовь к родителям, наверное, самая сильная любовь, которую я видела, как я люблю. Люблю. Всех люблю, кто присутствует в моей жизни. С чем у меня ассоциируется это? Наверное, все-таки с привязанностью к человеку, ко всему. Любить мы можем все, что угодно. Это, наверное, то, что тяжело потерять. Любил ли я кого-то? Да, любил. Сильно любил, не мог расстаться, и это было очень тяжело. Сейчас есть человек, которого я, конечно, люблю. Холодно отношусь к этому, ко всему. Это не самое главное в жизни. Хотя я в этом не до конца уверен. Sentimiento de felicidad que sientes cuando estás con una persona o varias. Y bueno, cuando me siento realmente enamorado, pues es un poco complicado porque soy muy difícil de escoger una persona para poder amar, ¿sabes? Ser feliz, compartir momentos juntos, viajar, estar en armonía con un chico, ¿sabes? Y si estoy enamorado ahora, pues la verdad estoy un poco enamorado. Ух, это, наверное, самый сложный вопрос, на который трудно ответить. Любовь — это очень странное чувство. От чего оно возникает и как оно развивается, непонятно. Любил ли я когда-то? Наверное, на самом деле, по-настоящему любил только один раз в жизни. Как это получилось? От чего это зависело? Загадка. Потому что после того, как полюбил однажды и по-настоящему, трудно полюбить вновь. Я нахожусь в отношениях достаточно длительных. Люблю, но хочется это чувство повысить. Вот до того, что испытал однажды. И это сложно. Любовь — это сложно, ребята. Любовь — это очень теплое, приятное чувство, когда ты, находясь с человеком, испытываешь. Любовь — это самоотдача, это жертва. Я любила по-настоящему один раз. Мои отношения длились на протяжении 3 лет. Мы расстались. Молодой человек мне изменял, предавал. Чем это слово у меня ассоциируется в первую очередь, наверное, с сексом. Да, секс. Все. Больше ничего.
Так, ну секс я до сих пор люблю, а вот женщину именно одну единственную, наверное, только один раз. Мы с ней были, получается, на 1.5 года. Там все получилось не самым лучшим образом. Я не хочу говорить, что именно было. Все часто любишь кого-то. Пока что нет, но уже вот близко идет, наверное, к этому. Надеюсь, что все будет хорошо. Love for me is the feeling that two people can experience when they deeply care for each other. I think love is a very unique feeling. So as much as I love my family, as I love my friends, the romantic love between two people is a quite strong emotion and is quite uniting and special. I am in love right now and it feels good. Although it's quite difficult due to the situation. Во-первых, мои отношения начались в 7 лет с девушкой. Девушка была старше меня на 4 года, и отношения были 4 года. Это самые длительные отношения. Но после предательства я отвергал всех девушек и женщин, в том числе и родителей. Я не мог воспринимать девушек как людей. После чего я считал себя геем. На данную минуту я считаю себя геем. Я в отношениях с молодым человеком, и мы счастливы. Любовь — это ответственность, это тепло и забота, это желание заботиться о ком-то и желание доставлять кому-то радость каждый день. Может быть, не засыпать с этим человеком, но обязательно просыпаться. My parents, my mother is still alive. I love my mother and drink tea with she. My father, he's dead. I don't remember exactly when he died. It's a thing I don't want to remember. It's a real, I always remember him. Сложная тема для меня. Я приемный сын. Свою настоящую маму я увидел, и это было ужасно. Но моя мама — это та, которая меня воспитала. Моя мама — самый лучший и родной человек. Она делала и делает все для меня. Ей уже 68 лет, но она прекрасна. Она воспитала во мне доброту, желание и умение помочь каждому, от чего иногда, конечно, страдаю. Искренность, прежде всего, чувств. Я второй сын в семье. Первого сына она трагически потеряла. Это была эпилепсия. Из-за этого порой она чрезмерно обо мне заботится, переживает. Как и любой, наверное, ребенок с 15-17 лет, я вел себя как дебил, показывал характер, ранил ее. Я нанес слишком много моральных ранений. Самое глупое, что я даже судился с ней, и я хотел лишить ее родительских прав на себя. Просто конченый. За это мне безумно стыдно. Благо сейчас все хорошо, мы поддерживаем хороший контакт, и я безумно ее люблю и очень боюсь потерять. Она для меня все, как бы я иногда себя не вел. Родители, скучаю по ним. Сложная очень история. Понимаю, что это тот блок, который откладывает в человеке неимоверно много. Складывает характер, складывает восприятие себя, мира. У меня больные отношения с родителями.
У меня чувство вины перед мамой. Жуткое чувство вины перед мамой. Не соответствую тому, сколько она у меня жила. И родители сделали, наверное, много личностных проблем, но и дали мне все, что у меня есть. Тема родителей для меня сложный вопрос. Я очень благодарен родителям за то, что они в какой-то определенный момент дали мне свободу выбора, свободу моих действий и моих желаний. Точнее, ничему они не препятствовали. И все-таки родители для меня это такой второй план, к которому я знаю, что я всегда могу обратиться за помощью, за поддержкой, за моральной, за физической, за материальной. Меня всю жизнь учила бабушка справляться самому со своими проблемами и никогда ни на кого их не перекладывать. Pues de mi mamá solamente puedo decir cosas súper buenas de ella. Es la mejor madre del mundo, básicamente porque me dio la vida, siempre me ha respetado mucho, adora que sea gay. Bueno, la quiero un montón, ¿sabes? O sea, es lo más bonito que tengo en mi vida. Hay cuatro, pero tengo muchas tías y muchos familiares. Si alguna vez he lastimado a mi madre, pues creo que no. Nunca he tocado a mi madre, nunca le he puesto la mano encima. Ni lo pienso hacer nunca. Hasta nunca jamás tocaría a mi madre. Solamente nos hemos insultado. Mamá es el más родной y близкий человек, который только может быть. Я в семье у мамы был один, и она воспитывала меня без отца, делала для меня все, что... Так получилось, что ее достаточно рано не стало, она была у меня одна, и я был у нее один, я остался один. И очень сожалею о том, что любой человек разочаровывал где-то маму, где-то делал ей больно, и время назад уже не вернешь. Хотел бы вернуть назад время, но не верну никогда. Но навсегда мама в моем сердце и самый родной и близкий человек. Родители, у меня двое родителей, мама с папой в разводе. У меня есть старший брат. Я очень плохо себя вела по отношению к моей маме. Я убегала из дома, ночевала где ни попадя, пила, тусила с друзьями непонятно где. Я считаю, что я была не права. Я переосмыслила все после переезда. Мама – это тот самый любимый мной человек. Физически никогда нет, больно не делала. Единственное, что ее расстраивал своим отношением к жизни – тоже юношеский максимализм, тоже высказывался очень резко, с матюками иногда в ее адрес оскорблял, но все по незнанию жизни. Сейчас я этим уже не занимаюсь и не практикую, слава богу. Всплеск эмоций. Человек в себе не может разобраться, единственное, что он может сделать, это просто... Как на американских горках, организм не понимает, что с тобой происходит, и тебе хочется... Ну, единственное, что он понимает, надо блимануть. Вот то же самое. Ты чего-то не понимаешь, вместо того, чтобы пытаться в этом нормально разобраться, ты просто накрываешься эмоциями, и у тебя происходит выплеск, что и было причиной того, что я обижался на маму. My mom is probably the most important person in my life, as she should be, and we have a very special connection. I remember when I came out back 20 years ago, it was very hard for them, for her, for my father, for my family in general. They might have been hurt by my decision to live a openly gay life. I think now this has changed and she has understood why I did it. And I think that was the only time that I really hurt my parents or my mother. I'm happy that things have changed and that things are way better now. У меня большая семья, но, к сожалению, когда мне было 14 лет, мои родители развелись. У меня родная сестра. Старшая сестра, я ее очень люблю. К сожалению, в подростковый период... I'm for sure happy that things have changed way better now. Большая семья, но, к сожалению, когда мне было 4... У меня есть два сводных родителя, мой родились. У меня родная сестра. Thank you.
I met many, many, many LGBT people. When I was 25, was my first time in a gay disco, and I met people. This year I was in the Pride, Gay Pride. Was very nice, was very fun. ЛГБТ, как мы знаем, общество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это же прежде всего общество. Это может быть твой близкий человек, твой друг, сын или дочь. Они будут вынуждены жить во лжи. Это страшно, когда тебя не признают, не понимают, хотят вылечить какими-то непонятными способами. Бывает такое, что попросту тебя не любит твоя семья только из-за того, что ты выбрал другую ориентацию, не ту, которую хотели родители. Какая, в принципе, разница, кого любит человек, мужчину или женщину? У нас и так слишком много проблем. Войны, голод, жестокость молодежи той же самой, изнасилование. Почему же кого-то все еще волнует, чем занимается человек, особенно после 18 лет, в своей постели? Он счастлив. Я не хочу жить в мире, в котором просто нету места нежности. Это абсолютно нормально. Любые взаимоотношения людей не должны ограничиваться полом точно. Дело в том, что человек нашел другого человека, точно должны быть приняты другими и нормально восприниматься в обществе. Это никаким образом не должно ущемляться, не вызывать какое-то неуважение. Это страшно и это больно. У меня много друзей вот этим ужасным словом, в частности в России. Нетрадиционные ориентации, такие, какие они есть, и другими они быть не могут. Обычные люди такие же, как и все. Кто-то говнюк с дурацким чувством юмора. Все ли такие же, как и все люди? Как оно связано со мной? Знаю, у меня много друзей таких. Сам я состою в ЛГБТ-сообществе и сам нетрадиционной ориентации. И я этого не скрываю. У каждого есть свой выбор и свое желание к своей жизни, как ему жить и с кем жить, кого любить, как любить. Если ему приносит это удовольствие, дай бог, пусть он это все делает. Поэтому ЛГБТ-сообщество для меня это очень близко. Mi opinión sobre la gente LGTB, pues... Pienso que somos gente normal, común y corriente. No tenemos nada de especial más que nuestra alegría. Y no sé, solamente pienso que somos personas que tenemos otro tipo de relaciones, ¿sabes? No convencionales a las heterosexuales que son, sino que queremos a una persona de nuestro mismo sexo, no hay nada más. No tiene mucha explicación, ¿sabes? Siempre he creído que es súper simple de ver, solo que la gente... Bueno... Algunas personas lo ven tan diferente que no pueden aceptarlo. ¿Qué sé sobre la comunidad LGTB? Pues sé que hemos sido una comunidad bastante rechazada durante mucho tiempo y que bueno, actualmente estamos siendo acogidos por las personas heterosexuales mucho mejor. Yo siento que hace muchos años atrás, cuando yo empecé a salir del armario, era como el niño raro de clase, el chico afeminado, y ahora estoy súper contento porque voy por la calle con mi pareja o con un chico que me gusta y la gente pasa como si fuera normal, ¿sabes? A alguno que otra persona sí que te mira, pero eso da igual, no importa. Y bueno, ellos están locos, ¿sabes? O sea, cuando vamos de fiesta son súper divertidos. Les encanta bailar, nos vamos de karaoke y bueno, disfrutamos yendo a reuniones juntos, hablamos de la gente que nos gusta y tal, son muy buena gente. Y muchos de ellos forman parte de mi vida actual y de hace muchos años atrás también, o sea que les agradezco por estar en mi vida. Изначально я относился к этому крайне негативно, а так как был воспитан в другой среде и мое окружение, оно формировало мое мнение. Потом в моем окружении начали появляться люди, среди которых были представители ЛГБТ-движения. Я понял, что это такие же люди, как и я, со своими минусами, со своими плюсами. А многие из них крутые. На мой взгляд, очень не круто то, что в нашей стране проблемы целого огромного пласта населения замалчиваются. Даже не то, что замалчиваются.
дискриминируются в средствах массовой информации. Да, и у меня появился среди таких ребят, можно сказать, лучший друг и человек, на которого во многом бы я хотел равняться. ЛГБТ для меня это совершенно нормальная тема. Да, я всегда заступала за таких людей. Я скажу так, что 80% моего окружения – люди из ЛГБТ. У меня есть лучший друг, где-то 6 лет общаемся, и я считаю, что это прекрасный человек. В принципе, все люди из ЛГБТ добрые, творческие, всегда помогут, придут на помощь. И они совершенно такие же люди, как и мы. ЛГБТ, ЛГБТ, как говорят по-английски англичане, американцы. Меня оператор очень сильно просил не материться, ЛГБТ Лига Голубых Братьев Тираннозавров. Нет, по сути говоря, это что у нас сексуальное меньшинство, насколько я знаю. У меня есть зонт ЛГБТ купленный, когда проходил кубок у нас в Санкт-Петербурге. Я был на матчах, там за 1000 рублей поддавался зонт, и там он реально назывался ЛГБТ, потому что был цветами радуги. А, вот, цвета радуги, еще кое-что я знаю. Это абсолютно нейтральная... Да, есть, появились недавно. Вообще замечательные, абсолютно никакого предвзятого отношения, очень добрые. Но мне кажется, что максимально разобравшиеся в себе, сумевшие принять это, какие они есть. И поэтому открытые просто, всегда честные, добрые. Дружите с ними. Очень советую. LGBT to me is a community. It has always been very... To me, at least, flamboyant, like sometimes excessive demonstration of being different. I'm not a huge part of the community, or I don't take as much part in the community. I'm not that extroverted, and I'm not that out front with my sexuality. I don't wear it on my forehead. I still think a good side, and there is an element that helps, especially young people that are trying to come out. Or have been wanting to come out, and they can find people there that can support them. They can find information about different topics, talk to people that have had the same experiences, and thus making it much easier for them and giving them examples that living a life as a gay or lesbian or transgender or queer is not that uncommon anymore, and it is getting better. Yes, of course, I have a lot of gay friends. I would say I have mostly gay friends that either are in a relationship, strong relationships, beautiful relationships, and also single people. I'm happy to spend time with them. I'm happy that I do have these friends. It is helpful to be appreciated like that and to be allowed to be open and to be free and to be the person you are. Я сейчас в отношениях с молодым человеком. В ЛГБТ сообществе я примерно уже 6 лет. Я считаю, что человеку нужен человек. Я уверен в том, что социум должен принять этот факт как должное. 80% моих знакомых, моего окружения геи либо лесбиянки. И в этом нет ничего плохого. Мы поддерживаем друг друга как можем. Together 18 years, we're still being together, and we are quite happy. Для меня это два самых важных аспекта отношений. Это когда есть человек, которому ты готов отдать себя полностью, все свое время, всю свою заботу, все свои эмоции. Мои самые долгие отношения были почти 3 года. Иногда я был очень холоден к человеку. Расстались. Было много факторов на самом деле. И наркотики, и негатив.
сплошной пессимизм, но итогом стала попытка суицида, беспричинно. Она, наверное, была очень глупая. Я все равно очень хорошо сейчас поддерживаю отношения с человеком этим, я с ним общаюсь. Я считаю, это важно, чтобы даже после расставания иметь хороший контакт, иметь хорошие воспоминания. Чтобы не было такого, когда ты боишься встретить его вновь. Сейчас я один, да, не в отношениях. Но на самом деле, я думаю, мне хотелось бы быть в отношениях. Хрень полная. Всегда считала, что отношения смогут развиваться, только если есть какие-то взаимные чувства. И вот недавно моя жизнь это опровергла полностью. Для меня, наверное, это долго выстраиваемые связи, нежности, страсти, ненависти, сопереживания друг другу, дружбы. У меня сложились отношения, и начались они с крайней ненависти. Они были очень жалкие и развились в нечто достаточно крепкое и очень рабочее. 3 года. Самые долгие, но не самые лучшие. Отношения для меня — это поддержка, понимание, честность. Наверное, 3 самых главных качества, которые для меня значат в этой теме. У меня нет сейчас отношений, давно их не было, достаточно давно. Все какие-то промежуточные это были так. Для меня отношения это не меньше 1-2 лет. У меня были долгие, самые долгие были это 4 года. Не хочу говорить, почему именно расстались. Que es una relación, pues una relación es una unión de dos personas que se quieren, que se estiman, que se valoran y que se respetan, pienso. Que es una relación perfecta para mí, pues para mí una relación perfecta es en la cual ser tú mismo al estar con él y pues con el que compartes muchas cosas, viajas, disfrutas como si estuvieras como un amigo y que te haga sentir que formas parte de su vida. ¿Cuánto tiempo fue la relación más larga que estuve? Fue 3 años con un chico de Perú. Y bueno, tuvimos que terminar porque yo regresaba para Perú, para España y nada, la distancia. Estoy conociendo a un chico en París y bueno, vamos bien y eso me gusta. Это взаимное уважение друг к другу, поддержка, ну, конечно же, любовь. Мои самые долгие отношения длились 5.5 лет. Эти отношения случились у меня тогда, когда я был к этому по-настоящему не готов. В отношениях важно ценить, любить и поддерживать своего партнера. Ну и чувствовать любовь, что немаловажно. Отношения для меня это когда человек находится рядом, помогает в трудной ситуации, жертвует своим временем, своими возможностями. Это самоотдача, жертва, опять же, когда вы идете вперед вместе, держась за руку. Я сейчас в отношениях, но это все равно не то, что было с первым человеком. В принципе, то же самое, что и любовь. Любовь подразумевает все-таки какие-то более длительные связи. Отношения повстречались и расстались. Идеальные отношения состоят из ласка, доверия, искренность. Ну, чтобы 2 человека друг другу импонировали. Все, наверное. Какие были самые долгие отношения? Это было 1.5 года, и, наверное, они были первые и пока что последние. Почему расстались? Не самая хорошая тема для того, чтобы о ней рассказывать. Могу единственное, что сказать, что в этом нет абсолютно никакой моей вины. Просто друг к другу не подошли. Да, сейчас в отношениях, сейчас одни только плюсы. Мы только познаем друг друга. И мне очень все нравится. Relationship for me is if 2 people agree, go on a journey together. It is a compromise. Everybody is, or should at least, give something or bring something to the relationship, which doesn't mean necessarily that they have to give up stuff or give up parts of their personality or their life or something, but it's always a compromise. If you decide to share your life with somebody, I think relationship is a really strong bond and is a commitment. And for me, the perfect relationship is definitely monogamous. I'm not a fan of open relationships as they've become popular these days. I still believe in faithfulness, I still believe in trust, I still believe in being there for one another without any third person involved. I might be old-fashioned,
My longest relationship lasted 2 years, and that was quite some time ago. And that's probably the only relationship I would consider as a real one. And I didn't break up. My ex-boyfriend broke up. He felt that there was nothing left between us. He didn't feel the relationship was exciting enough for him, so he basically dumped me. Right now, I wouldn't say I'm in a relationship. I am seeing someone, a kind of difficult situation because he's very far away and we can't really be together right now physically. So we have to rely on messaging each other, talking to each other over the phone. Отношения — это ответственность. Чтобы они были крепкими, необходимо прикладывать и одному, и второму человеку большие усилия. Только после этого они будут крепкими, сильными, красивыми, яркими. Да, я в отношениях. Я не знаю, в отношениях я или нет. Ну, правда. Ну, сейчас как бы мы мозг друг другу ебем. Sweet white wine. Ох уж этот алкоголь. Правильный, веселый, в то же время сложный. Да, я пью однозначно. Не люблю состояние пьяный в говно. Пью прежде всего, чтобы морально расслабиться. Первый раз я попробовал алкоголь, когда мне было 14 лет. Лично я ни о чем не жалею. Главное знать меру. Во всем, в принципе, но и в алкоголе в том числе. Алкоголь. Юлия. Пью. Пью, и, честно говоря, наверное, в какой-то период моей жизни я пила, чтобы, наверное, там, где каких-то своих проблем в реальности, такое было, да. Я отношусь к этому по-другому, стараюсь, на самом деле, ограничивать. Когда я первый раз выпила? Это было в 7 классе. Это была одна бутылочка пива на 5 девчонок на чьем-то дне рождения. А в Петербурге поступила, собственно, работа в сфере общепита. И вот тогда как раз у меня случилась, наверное, первая проблема. И пила я много. В моей жизни очень часто присутствует алкоголь. Я выпиваю периодически. Нет, я не алкоголик, я независим от этого. Не пью прям каждый день, с утра до вечера. Я не страдаю тем, что у меня там не будет как какой-то определенный вечер бутылочки пива или бутылочки водки. Я люблю более элитные какие-то напитки, небольшого расслабления, отвлечения от каких-то рабочих моментов, от каких-то, от какой-то суеты или какой-то маленькой проблемки, которая в этот день просто немножечко сдвинула мое мышление. Поэтому, чтобы встал мой мозг, я иногда отдыхаю с помощью алкоголя. Ну, как-то обидненько в пьющей компании сидеть с зеленым чаем. Pues si consumo alcohol, pues sí. ¿A какой-то суеты или какой-то menudo? Que bueno, el consumo de alcohol es no es muy bueno si lo haces seguido, así que trato de controlarme con eso y hacer un poco más de deporte. Que a los cuántos años fue mi primera vez bebiendo alcohol? Fue a los 13 años. Fui a una fiesta, mi primera fiesta gay, y fui y conocí a un chico que me dijo si quería beber algo y bueno, me invitó un, me acuerdo que fue un ron con cola, Coca-Cola, un ron con Coca-Cola. Me gustó y acabé súper borracho, o sea, no recuerdo nada de esa noche más que beber y ya, y acabé en mi casa, pero no tengo más recuerdo después de lo que pasó. С алкоголем у меня просматриваются и положительные, и негативные тенденции. И пью достаточно часто, чаще, чем большинство из людей. Но я научился жить с алкоголем в симбиозе. Должен не скрыть этот факт, что из-за него у меня были очень частые проблемы. И вот к своим 30 годам мне наконец-то удалось найти баланс.
Я первый раз пробовала алкоголь, мне было 13 лет, это был блейзер в школьном дворе. Да, я сейчас выпиваю реже, чем раньше. Раньше я пила настолько часто, что я все спускала свои деньги, пропила отношения с семьей. Я считаю, что алкоголь — это полный блядь на данный момент. И я стараюсь сейчас не пить вообще. Да, пью очень часто, насколько это возможно. Я же себя потихоньку начинаю считать алкоголиком. Когда у тебя несколько вопросов, которые нужно решить, но они как бы не срочные, что они решаются за минут там 10-15, а это именно которые растягиваются, тебе нужно все обдумать, чтобы принять верное решение. И лучшее, что можешь прийти на помощь из более-менее легального. Бокальчик минишка, у тебя мозг успокаивается, ты уже начинаешь быть расслабленным, можешь это спокойно все обдумать. Это что идет о разумных мерах. А так пухать, блин, это классно. Всегда какие-то веселые истории происходят. Допустим, не хочу себя позорить. Выпил я первый раз. Вот тут тоже, в зависимости, как посмотреть на вопрос. Первый раз я попробовал алкоголь, мне было 7 лет. Мой дедушка пил пиво, и случайно я перепутал. У меня была красная чашка, с которой я пил яблочный сок. И когда я выпил, я тогда ничего не знал, на 7 лет, я не знал, что такое пиво. И я такой думаю, блин, сок прокис, ну, нужно допить, потому что, ну, я не хочу идти в магазин. И, по-моему, я тогда ушел в говно. А именно, чтобы я сознательно захотел попробовать или захотел выпить, мой 5-й класс, мне мама, она всегда давала 100 рублей в школу. Я обычно эти 100 рублей, так как я был жиробатиком таким, это я сейчас дрыщей песля, я тратил то, чтобы жрать. Так получилось, то, что в этот день, то ли у нас в буфете был пожар, то еще что-нибудь, то есть у меня 100 рублей сохранились. Тогда это был какой год, 2012, там, все было дешевле. И на эти 100 рублей, не как сейчас нужно было взять одну бутылку, а можно было взять там 2, а то и 3. У меня уже были друзья из старших классов. Они мне сказали, Саша, ну хочешь с нами после школы пойти бахнуть пивца? Для себя взял одну бутылку, поэтому почти что залпом я это выпил как лимонад, ушел в говно, обоссался и домой приехал вообще хер знает в каком виде, моя мама больше не разрешала мне с ними общаться. Но я с ними вырос и продолжаю общаться до сих пор. Мама, я тебя не послушал, извини. It doesn't have a huge importance to me. I don't need alcohol to feel better, or I don't need alcohol to be able to relax, raise the mood, or party or anything. I do drink alcohol. I like wine especially. I don't drink it very often, and usually it's only in company. It rarely happens that I open a bottle of wine when I'm alone at home. I do enjoy especially wine because of the nature of it, because of how much work and how much labor and how much passion and love goes into the making. And so that process, that fascinates me. When it comes to drunk people, I pretty much choose not to be around them because I can't stand it. We used to go out every weekend and got shit-faced, and it was really bad. And there was a time where I definitely had too much. For me, it's just an enjoyment. Алкоголь – мой лучший друг. Мой лучший друг – вино, белое сухое. Я считаю, что алкоголь, ну, молодец. Да, алкоголь – это депрессант. И те, кто злоупотребляет алкоголем, хоть в депрессии, но все надо дозировать. Какую хуйню я сейчас несу, блядь. А попробовал я первый раз лет 8. Нет, фу. Первый раз алкоголь я попробовал лет 6. А мне налила бабушка то ли вино, какой-то слабый напиток. И для меня это был очень странный опыт. Но после этого я пью перманентно. Это психотропные вещества. Вопрос лишь в силе воздействия на психику человека.
меняется отношение к окружающим, даже близким людям. Как говорится, наркоманам верить нельзя. Это действительно факт. Человек готов на все, чтобы получить дозу. Многие думают, что стоит захотеть, и ты бросишь. Но это как сон. Сон нельзя оставить. И вдруг ты понимаешь, что ты бессилен. Ты просто уже не можешь уйти. Начинаешь еще больше извиваться, брать, предавать, делать больно. Но только уже не осознавая этого. Ты со временем лишаешься тех, кто когда-то помогал тебе, поддерживал, был рядом. Если так случится, и человек вовремя не опомнится, можно считать, что он труп. Можно заказывать могилу. Да, я употреблял очень много разных веществ. Был сложный моральный период, подруга предложила. Сначала я ощущал облегчение, это помогло мне справиться с моральными проблемами, отвлечься от реальности, что ли. Но потом становилось сложнее, затягивалось. И был пик, когда единственный выход был по своей воле лечь в наркологическую клинику. И я благодарен этому опыту. Сейчас я не принимаю. Категорично отношусь к любым наркотикам. Что касаемо своего окружения, наверное, 70 на 30. Я могу по пальцам пересчитать тех, кто не употребляет наркотики. Но искренне хотел бы, чтобы все близкие мне люди избавились от этого. Быть наркоманом — это дело тяжкое. Это существа эгоистичные, мерзкие и подлые. И чем дальше, тем хуже. Я в последнее время стал ненавидеть наркоманов и наркотики. Считаю их крайне вредными. Считаю, что влияют твое психическое состояние напрямую. Ну, классно. Когда первый раз в Петербурге, да, в Петербурге творит со мной прекрасные вещи. Это было экстази. Это было ужасно, потому что мой организм вообще никаким образом не адаптирован к наркотикам, он их не принимает ни в каком случае. И в плане того, что это попробовать, наверное, нужно. Ты начинаешь, наверное, по-другому воспринимать музыку, а тебе становится что-то более понятно, что до тебя хотел человек донести. В расширение сознания по наркотикам верю точно. Я с ними сталкивался. Не раз. Попробовал я достаточно рано. Скажем так, лет 16, наверное. Попробовал их очень интересно, не буду вдаваться в подробности, но это связано с сексуальным характером. Кто знает, наверное, тот поймет, о чем я говорю. В дальнейшем, да, я употреблял наркотики. Не тяжелый, легкий синтетический наркотик. Трава, каннабис, амфетамин. И сказать, что я зависим, тоже не скажу. Так же, как от алкоголя, я независим от наркотиков. Чувствую полное расслабление, как будто ты в другом мире. Ты забываешь про все проблемы, забываешь про все. А либо бывает наоборот, что ты очень сильно начинаешь концентрироваться на всех своих проблемах, где-то внутри, как будто ты в них разобрался. Это выбор каждого. Желаю только одно, чтобы если кто-то связался с этим, знали всегда меру и знали, когда нужно остановиться. Это опасно. Я проверил это на себе, насколько. Поэтому, ребят, будьте аккуратны. Pues sobre las drogas, no soy adicto a ninguna droga, pero sí que lo he probado. He probado marihuana. Una vez probé cocaína, pero solo una vez. Porque bueno, estaba de fiesta y me invitaron y pues decidí probarlo. Y nada más. ¿Qué sentí cuando fumé marihuana? Mucha risa primero, luego me entró muchísima hambre y sed. Y luego me quedé súper dormido en mi cama. No me desperté hasta el día siguiente. La cocaína la probé en una discoteca una vez. Me dio una sensación como de éxtasis, de querer bailar todo el momento y tal, pero no sé que no está bien y no lo he hecho desde entonces. No, tampoco me apetece, no es algo que me llame mucho la atención, así que prefiero mantenerlo ahí. Y ya, simplemente no tengo ningún vicio con las drogas. Eso. Изредка я позволяю себе наркотики, и это очень сжатый аспект препаратов. Попробовал первый раз наркотики я, когда мне было
13 лет, весьма легкие наркотики, потом они становились жестче. И в момент на мои плечи свалилось огромное несчастье, это потеря мамы. Это стало становиться проблемой, потому что я начал жестить. Это были уже тяжелые наркотики, и в тяжелых формах употребления я начал употреблять героин и колоть его. И 4 года выпали из моей жизни. И больших трудов мне потребовалось, чтобы провести огромную работу над собой. Многие проблемы и разложить по полочкам в своей голове. Очень долго я не мог найти даже компромиссного решения, был крайне негативно настроен против них. Но проведя в себе огромную работу, я начал пробовать и экспериментировать. Посмелился попробовать и экспериментировать. Ну и пришел к балансу о том, что если немного, не часто, не жестко, то это вполне допустимо. Наркотики. Я пробовала наркотики 2 года назад, первый раз я пробовала экстази. Мне было страшно, непонятно, что со мной будет. После того, как пришел приход, я поняла, что это чувство эйфории, чувство легкости, тепла, любви. Сейчас же я не употребляю, потому что недостаточно было алкоголя, и считаю, что это совершенно портит здоровье. Наркота, наркотики. Очень щепетильная тема. Я постараюсь быть... Мы не в России сидим. И я рос за границей, не употребляю. Да, употреблял. На моей памяти пробовал гашиш, марихуану, кокаин. Это не тяжело. Наркотики я не боялся стать героинщиком. А чё нет? Предлагают на халяву. Я ж деньги плачу. Сука, теперь плачу. Суть наркотика заключается в том, что их обычно нужно понимать на трезвую голову, чтобы они дали максимальный эффект. Если ты, допустим, накурился, то может быть нормально. Ты выйдешь из состояния эйфории буквально моментально. И потом, если что, я единственный адекватный человек, который будет всех откачивать, блядь. Потому что я не набухиваюсь никогда в состоянии полного мяса, в отличие от тех, с кем я общаюсь. Ой, кому я вру. I've never been something that I'm really interested or attracted to. I had my fair share of smoking weed when I was younger. I guess cool, or like friends were doing it, and so I tried it a couple of times. Feel that I want to stay in control of myself and don't lose, I don't know, my consciousness to any substance that people might want to take to alter their reality or something. But stronger drugs were never an option for me. I'm also pretty thankful for that. Говорят, что в жизни надо попробовать все. Я согласен с этим, но все должно быть в меру. Наркотики могут использоваться в качестве медикаментов, помогать с психическими расстройствами. Опять же, если это делать грамотно и разумно, в этом нет ничего плохого. Если же это какие-то тяжелые наркотики, от которых есть зависимость, я к ним плохо отношусь. Я пробовал наркотики, многие наркотики. Никогда я не принимал один их. И всегда это было дозировано. Suicide is a thing. You have to be very, very bad mental health to think about suicide for myself. Да, в период с 15 до 17 лет, опять же таки, часто были мысли, часто были попытки суицида и попыткой привлечь внимание окружающих, близких. Резал руки, глотал таблетки. В основном из-за всего, что связано именно с любовью, с чувствами, с отношениями. Очень много глупых поступков совершается из-за него. Да, думала о суициде. Не очень много раз, но не раз. Из-за того, что никому не доверяла и не могла ни с кем разделить усложнение себе жизни. Это страшно на каком-то глубинном уровне. Это полное принятие того, что ты отказываешься от себя полностью. Ты прям настолько сильно себе неприятен. Ты считаешь, что ты недостоин, наверное, этой жизни. Я часто думал о суициде, но никогда я не
хотел этого сделать. В каком-то подростковом возрасте у меня были попытки, но это попытки просто из-за юношеского максимализма. Иссякли на стадии начала. Si he tenido pensamientos suicidas, pues no. Estoy bastante bien. No me preocupa mucho la muerte. O sea, nunca he pensado en qué podría pasar si me muero. O sea, vivo el día a día, disfruto mucho mi vida y no veo necesario tener que... O sea, no pienso en cómo me voy a morir. Solamente disfruto de todos los días de mi vida. Конечно, как и любой человек, думал, сложный вопрос. Но я для себя на него нашел ответ. Это не выход из любой ситуации. Суицид – это неправильно. Это доставит несчастье твоим родным, близким и окружающим тебя людям. У меня были наклонности к суициду, так как у меня были очень плохие отношения с семьей. Дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Закрылась в ванной, пыталась порезать себе вены. Меня нашел брат, он выломал дверь. Меня спасли, и это было дважды. Возвращаясь к теме юношеского максимализма и рассказу про маму. Были и были. Всегда, когда ты уже думаешь о том, как воплотиться в действие, желание ослабевает. Чем ближе ты к тому, чтобы уже все... Suicide is a delicate topic, I would say. I don't know if everyone goes through it, or through at least a phase where he or she thinks about it. I had rough times before, let's put it like that, when I was a lot younger. Time where I suffered from depression, a very good outlook on life and what to do in the future. Yeah, there has been one attempt a long time ago, and it failed, and I'm thankful and happy that it failed, and that I still can be here. If anyone would ask me if I would recommend it, I would say no. There is so much to live for, and there's a solution for every problem. There's always a way. And there's always a reason to keep on living. Все бывают тяжелые моменты в жизни, они у меня тоже были. Я думал по поводу суицида, никогда не пытался на себя наложить руки. Чаще я думаю о том, что будут чувствовать люди, потеряв меня. Но смерть – это отсутствие жизни. Sometimes I think this is still being a bad. But we live in a modern world. HIV is not something very normal, maybe. You know, you have to care about yourself. I don't know what to talk about this. For me, it's difficult to talk about this. СПИД – это вирусное заболевание, которое передается половым путем. Или через кровь, например, иглы, переливание, наркотики внутривенные. Знаю, что с этим можно жить, если придерживаться правил и пить терапию. Да, у меня есть несколько друзей, у кого-то ВИЧ, у кого-то уже СПИД, но это чудесные люди, и это сильные люди. И если бы у меня обнаружили этот вирус, я бы явно отреагировал спокойно. Я к СПИДу и к ВИЧу отношусь как к простуде. Да, меняется стиль жизни, тебе нужно быть более внимательным, более аккуратным. СПИД также не сталкивалась со СПИДом. Страшно, наверное, то, что не защищены, и получить его там любым способом. СПИД – это, наверное, в нашем мире, ну, ограничитель человека в каких-то вещах, что нужно, наверное, о чем-то задумываться. Не знаю, что сказать. Страшно. Этого не ожидаешь никогда. Поэтому перейдем к СПИДу, потому что это та болезнь, которая еще не лечится, только поддерживается иммуномодуляторами, ретровирусной терапией.
потому что СПИД – это уже последняя стадия, которая опасна для жизни, и она в большинстве случаев является летальной. Должны предохраняться, мы должны о себе заботиться. Получить эту болезнь очень страшно, но потом, когда ты понимаешь, что это такое на самом деле, и твоя жизнь абсолютно не меняется, ты начинаешь относиться к этому более лояльно. Ты продолжаешь жить, продолжаешь стремиться к своим целям. Главное просто заботиться о том, что у тебя, ты более близко стал находиться к смерти. Все-таки верить в то, что это действительно существует, и с этим бороться. Препаратами, которые изобрели наши ученые для того, чтобы поддерживать свое здоровье. И я считаю, что те люди, которые отказываются от этого, они очень слабые. Они боятся жизни. Sobre el VIH, sí que es una enfermedad de transmisión sexual súper conocida en el ambiente homosexual porque somos un poco más promiscuos, creo. O sea. Y que, bueno, tiene tratamiento con retrovirales. Y actualmente la mayoría que tiene VIH, si toma tus retrovirales y eres indetectable, pues es casi imposible de que se contagie. Большое несчастье, что люди такие же, как мы, и этим людям разве что можно только посочувствовать и всячески поддержать. Ну и что я знаю еще о СПИДе? О том, что нужно быть аккуратней. СПИД – это половая болезнь, которая передается только через половой акт. Я не болею СПИДом. Живут свою прекрасную жизнь, как бы они жили без него. Не самое приятное, что можно прихватить. Передается половым путем. Реально все, больше я об этом ничего не знаю. А, знаю, что он у меня есть. Шутка. Что если бы у тебя обнаружили СПИД? Это было бы еще один повод для шуток. Ну что, обнаружили бы и обнаружили. Я бы к этому отнесся, типа, теперь не поебаться в задницу с камнем. Что ты будешь делать? HIV and AIDS have been a part of my gay life. I think in the beginning it was more like a general knowledge that I had, what you get taught at school, what you hear from different campaigns that try to raise awareness, of course how you can get it, how you can avoid it, being safe and all that. It wasn't until I met a very special person back in 2000 who was HIV positive, became my best friend, talked to me about it very openly and explained to me what it means to live with that. September 13th, 2007 was the day. That was the day when I lost him and when I had to say goodbye to him. He was 33 years old, lost the battle against HIV or AIDS. У меня есть один знакомый, который болеет ВИЧ. Мне искренне жаль, что так получилось. Однажды я сдал кровь на ВИЧ. У меня задержали результаты, поскольку они были неоднозначными. В этот момент я очень сильно напугался. Попросили подождать 2 дня. Я не спал ночью. Я все время думал об этой теме. После того, как я забрал свои отрицательные результаты, понял, что я буду спонсировать, давать пожертвования в борьбе со СПИДом. Я, слава богу, не болен ВИЧ. Understand what means a sick, like cancer. Да, это болезнь сложнее, она чаще летальна, и те, кто борется до конца, несмотря на возможную неудачу, всегда надо бороться и жить дальше. Возникали мысли, наверное, у любого человека, что будет, если у кого-то из близких, а что будет, если у меня? А что будет, если у меня?
пожалею о том, чего не сделала, чего не взяла в своей жизни. Если у близких, я до такой степени за них боюсь, ценю каждое мгновение. Как рак может убить человека в любой момент, так и многие другие вещи могут убить. Рак, с онкологией. Онкологию я не знаю, что это такое за болезнь. Я знаю, что это не очень, конечно, хорошо и все такое. Я знаю, что это лечится. Поэтому я не хочу даже на эту тему говорить, так как врачи способны ее излечить. Не всегда, конечно, не во всех случаях, но в большинстве. Sobre el cáncer, sé que es una enfermedad que se trata con quimioterapia o otro tipo de terapias. No sé mucho sobre eso porque nunca he tenido nadie en mi familia que haya tenido cáncer. В моей семье и в моем окружении так уж получилось, мне не встречались люди со СПИДом или раком, а люди, на чьи плечи свалился либо тот, либо этот недуг, СПИД или рак, ну и можно только посочувствовать. Рак, он живет в море, также это еще есть болезнь. По-моему, она возникает из того, что организм начинает съедать сам себя, может, я ошибаюсь. Просто мертвые клетки начинают размножаться, и в конце концов человек погибает. Чтобы тебя обнаружили рак, это было бы уже большим поводом для того, чтобы задуматься. Первое, что бы я бы хотел понять, я жить-то буду? Или это уже типа все, у тебя там 3 месяца, делай что хочешь. Второе, разумеется, как от этого избавиться, если от этого можно избавиться, или как максимально продлить жизнь, если это тоже возможно. Может быть и есть, но я об этом не знаю. I have seen people die of. Not very close people, but still people in my environment, in my surroundings, friends of my parents. The only difference between those two is that with HIV you can pretty much control if you get it or not for a given amount of time. Cancer can be very tricky, and depending on what type you get, it can give you more or less time. So, fingers crossed that if I would get it, it's hard to tell how I would react. It would be definitely hard. It would be definitely hard. If you have a somewhat healthy lifestyle, that's at least what I hope, then you probably can get around it. У меня есть доброкачественная опухоль в голове, и это было тоже очень сложно принять. На ранних стадиях ее можно вылечить. No death. First, my grandmother, I was living with she from 7 to 11 years. She was like my mother in this time. When she died, was very strong moment. Death is a thing, you have to live with it. You have to know. Думал ли я о смерти? Конечно. Как и любой другой человек. Спустя очень много событий в жизни, я понял, что стал относиться более цинично, что ли. Это что касается моей смерти. Я боюсь лишь смерти близких. Да, несомненно, мы здесь только для того, стать воспоминанием наших детей. Или хранить родителей. Обилие черного юмора касаемо этой темы. Смерть страшна, но страшно она стала для меня вот прям, наверное, совсем недавно. Может быть, с этим связаны всем привычные понимания счастья, когда ты, наверное, начинаешь по-другому относиться к своей жизни и что-то ценить. Смерти больше всего боюсь близких. Не могу и страшно говорить. Смерть мамы до сих пор не уверена, что
Как ты смог это пережить? Думал ли я о смерти? Я очень часто думал. Я думал о смерти родителей, я думал о смерти всех родственников, о каком-то близком человеке. В первую очередь, почему я так думал? Я думал о том, как я смогу это пережить. Я старался себя настроить на жизнь дальше. Переживал ли я смерть? Переживал. Я переживал смерть близких людей, ни одного. Первая смерть для меня была очень тяжелой. Я долго переживал после потери этого человека. Это близкий человек, не буду говорить кто. Но потом как-то все изменилось. Отношение мое к смерти стало настолько холодным, что когда мне говорят о том, что вот тот-то умер или ушел из жизни, ничего не ёкает внутри. Ну, умер. Жизнь-то продолжается. Я-то живой. Pues si he pensado en la muerte alguna vez, pues no, en realidad estoy muy contento con mi vida actual. Me gusta como es y no sé, no. Nunca he pensado en eso ni se me ha pasado por la cabeza. Sí, ¿qué pienso que es? Pues pienso que es el final de la vida, o sea, no sé qué puede haber más allá de la vida, ¿no? O sea, creo que es un descanso profundo. Después de haber pasado tantos años viviendo, pues, un momento de descanso total. Что для меня смерть? Это очень сложный вопрос. Для меня смерть — это вот ничто. Когда начинаешь об этом думать, вот представить ничто — это как представить бесконечность. От этих мыслей голова начинает болеть, когда начинаешь по-настоящему это представлять. Я не боюсь смерти, так как зачем бояться того, что произойдет? Я не боюсь того, что если меня собьет машина, когда я буду переходить дорогу, или упадет на меня какой-нибудь рояль сверху. Я не боюсь, что должно произойти, то и произойдет. Тема веселая, в основном исключительно позитивном ключе. Но не сказать, что боюсь. Задуматься о том, что будет, ну, это чисто философия. Об этом можно поговорить, об этом можно подумать, но бояться... Бояться смерти нужно, если она будет мучительной, потому что ты до этого успеваешь все испытать, а так нет. Просто ответ – ничего. I believe death is a very important part of everyone's life. We all go through losing someone at one point or another. I've lost all my grandparents, all four of them, in the last couple of years. And so it is a essential part of life. Just how, yes, it is hard, yes, it hurts, yes, it's difficult to lose people that you love, that you care for, that you've had around for your childhood, that you've had around for the best part of your teenage years or whatever it might be. It's something that I'm not closing my eyes to, so I have to think about it when it comes to my parents also, that one day the day will come that I might have to bury them, and I might have to say goodbye to them. Смерть — это отсутствие жизни. Единственное, в чем я уверен, это то, что смерть когда-нибудь будет у меня, и она будет у тебя. Облаков, то, что никто и никогда не видел. Я верю в себя, да, физическое тело я могу наблюдать, а не в мужика на облаке. Также я отношусь и к церквям, к храмам. Сейчас это лишь место заработка, такая огромная копилка. Мы же все видим, на каких машинах, с какими айфонами ходят служители церкви. Я думаю, моя мысль понятна. И примерно то же самое могу сказать и о религии. Я вот не могу этого понять. Зачем, если говорят Бог един, зачем столько названий религий, божеств каких-то? Столько было уже споров, конфликтов, религий из-за несогласий
одной культуры с другой. Поэтому я могу сказать, что я агностик, атеист, если такое существует. Верю во что-то явно верю. Потому что я не отношусь, скажем, к фаталистам, потому что я оказалась здесь и сейчас, потому что миллиард всего меня привели. Верю ли я в Бога? Да, наверное, что-то должно быть. Мне не хочется это назвать Богом в том понимании, как его извратили. Религия отстой, полный отстой. Крайне негативно к этому отношусь, к психическим травмам, болезням. И вообще горела бы она в аду вместе с Библией и Иисусом Христом. Черт, моя мама очень сильно верующая, я росла в верующей, так сказать, семье. У меня даже папа, называющий себя атеизмом, но все-таки носил колечко «Спаси, сохрани». Это родило в какой-то момент во мне много психологических трудностей. Этого не должно быть, не должно быть даже как норма морали. Мораль должна быть другая, управление обществом должно идти каким-то другим путем. Устои, придуманные столько лет назад в нашем мире, могут привести человека к большим трудностям и проблемам. Во что я верю? Честно, я не знаю, во что я верю. Верю ли я в Бога? Может быть, да, я верю в Бога. Но Бог для меня не тот, как все говорят, вот тот, который изображен на иконах, в храмах. Бог для меня — это моя мысль. Это мысль, которую я про себя говорю, или даже не про себя, а вообще просто произношу эту мысль и отправляю ее куда-то вот в никуда, дабы она материализовалась. Так же, как люди относятся к Богу, я верю в какое-то непонятное существо, которое не существует. В пространство в какое-то верю. И верю, что если туда отправить мысль, она обязательно материализуется. Сам себя ее настраиваю. Здесь я больше с психосоматики отношусь. Я хожу туда, я смотрю на произведения искусства и не более. У меня своя вера, и это мысль, которая материальна. Веришь ли ты в Бога? Конечно же, в современном мире верить в Бога нельзя, непозволительно. Все это мракобесие только вредит современному обществу, рождает кучу предрассудков. Люди, те, кто верят по-настоящему, живут как будто бы в каменном веке. Пора скинуть эти средневековые оковы и смотреть прогрессивным современным взглядом, а не то, что сказала бабушка. Вот я очень хочу, чтобы оператора не закрыли после съемок. Бога как человека или какое-то существо нет. Его физически не существует. Выше, чем человек. Конечно, да. Касательно церкви, я стараюсь от этого держаться подальше. Даже несмотря на то, что у меня недавно умер близкий человек, мне все-таки пришлось присутствовать на сие процессе, но не верил в то, что он будет где-то там, вот в этом прекрасном месте находиться. Я верил в человека, ну или то, что от него осталось. Я верю в себя, верю в жизнь на Марсе, и верю в то, что когда-нибудь я буду зарабатывать больше, чем 30 тысяч в месяц. Religion is a very difficult topic, I think. Since I come from a family that used to be very religious, and I've been raised in a way, I know what it means to be part of a church, I would say. The religion I practiced during my younger years as a child, together with my parents obviously, didn't accept homosexuals, and so I left the church, and I began a journey, or started on a journey, to discover what religion or belief or faith meant to me. Humans use to exert power over others, which isn't a good thing. I personally don't believe in God. I believe that there is something out there that we can't see, that we can't explain, that we only can experience. I wouldn't call it God. Faith and belief are very personal things. I don't think that any one person should be allowed or should have the feeling or the urge to impose. I'm gonna believe what I wanna believe. Nobody can take that away from me. And I think religion has been the one thing over the last centuries that has caused so many wars, that has caused so many conflicts. I don't like people preaching to others about their belief, their religion, saying that their God is the only right God and that their laws are the only ones that need to be listened to. Who are you to say? I'm not religious. Меня в детстве покрестили родители. Я не могу сейчас сказать, что я верю в Бога, но это, и также не могу сказать, что его и нет. А единственное, во что я верю в себя, верю в людей, которые рядом со мной, верю в человечество.
и верю в буддизм. И там не было божества, там были учителя. И, скорее всего, я свое вероисповедание относил бы к буддизму. Work and hobby. I have a hobby. For me, it's my not only my hobby, more than just a hobby. I'm a photographer. Worked as a photographer, not too much as I like it. It's weird because I like a lot take pictures because it's my hobby. It start to be a work. It's weird. It's different. My hobby and my work is photographer. Я чуть больше уже 3 лет работаю в музее эмоций. Что касаемо хобби, так это фото и видеосъемка. Начиная с 2016 года я придерживаюсь одного правила. Мне нравится, как фотография ловит момент до того, как он исчезнет. И для меня это действительно важно. Также обожаю путешествия. В особенности Испанию и все, что с Испанией связано. Люди, менталитет, язык, музыка, архитектура. Я был там уже 5 раз, а именно в Барселоне, и у меня там появился лучший друг, Энди. Он живет в Жироне, и мне с ним максимально интересно общаться. Мы кардинально разные. Считаю себя разносторонним человеком. На работу управляющей в испанском тапас-баре. Безумно сильно повезло с работой. Обрела здесь много друзей, знакомств и постоянно наслаждаюсь жизнью. Есть лучшую еду, пить лучший алкоголь и общаться с лучшими людьми. Музыку очень люблю. Пела с самого детства. Работаю я постоянно. Хотела бы увлечься путешествиями. Вот. Самое главное – мечта всей жизни, все в твоей голове отключается, и ты безмерно счастлив. Но это настолько ярко останется в моем сюда, и это было как раз связано с путешествиями. Это какие-то новые места, горизонты морей, это горные вершины. Тогда было счастливо. Работа для меня есть хобби. Я очень сильно зависим от своей работы, как от наркотика. Безумный фанатик. То, чем я занимаюсь, может быть, это иногда не так сильно проявляется. Это, наверное, сказывается из-за физической какой-то усталости, потому что даже в свой выходной я не лежу дома, я тупо встаю и еду на работу. Я могу там сидеть часами, я могу смотреть на то, что делают мои коллеги, я могу их консультировать, могу им помогать, подсказывать что-то. Я очень люблю свою работу. Единственное, что энергетически ты очень выматываешься, потому что когда ты работаешь с людьми, особенно когда очень близко и трогаешь их, то ли из тебя питают энергию, то ли ты питаешь энергию. Это существует, и это прям тяжко. Но не суть. Я работаю колористом, крашу волосы, и я каждый день делаю что-то новое. Все стараюсь сделать ярче, краше и счастливее. Sobre mi trabajo y mis hobbies. A ver, actualmente estudio y trabajo. Estudio para ser azafato de vuelo. Y trabajo en una tienda vendiendo camisetas. Mis hobbies, pues me encanta bailar, me encanta viajar, me encanta hacer natación, hago deporte, voy al gimnasio, me libera mucho. ¿Qué me hace sentir cómodo? Pues me hace sentir cómodo, por ejemplo, ir al gimnasio y ponerme los cascos y escuchar música y me pueden hacer deporte. Y bien, eso me relaja mucho. También me gusta salir de fiesta con unos amigos o ir a un bar con amigos y beber mientras hablamos. Esas cosas pues me hacen sentir como cómodo, tranquilo, relajado y como si no tuviera problemas. Esa es perfecto. Работаю я официантом, моё хобби музыка и футбол. Играю на гитаре, ударных. И играю, и очень переживаю за футбольный клуб «Зенит». Но опять же, в музыке
очень круто чувствую себя на репетициях, на выступлениях своей группы. Мне это нравится, доставляет настоящее удовольствие. Работаю официанткой в ресторане «Нью-Йорк». Не сказать бы, что комфортно работать в этой сфере, но этой сфере я посвятила уже более 4 лет. Комфортно себя чувствую более в индустрии красоты. Я как-то начинала работать в родном городе лэшмейкером на наращивание ресниц. И я считаю, что я хочу вернуться в эту индустрию, так как это и огромное удовольствие получаю от этой работы, и хорошую прибыль. А как-то у кого хобби у меня нету. Продавец-консультант в магазине цифровой техники, не буду говорить, какой это не реклама. Нет у меня особо никаких увлечений. Что предлагают, то и делаю. Очень сильно хочу научиться петь. Сила проводить время, получать кайф от этой великолепной жизни. И там я себя чувствую максимально комфортно. Объясню. Хобби, ну, это всегда твое увлечение. Ты к этому испытываешь удовольствие. Тебе не может быть такого хобби, которое ты не делаешь по своей собственной воле. Работа — это все-таки, что тебе приносит прибыль. Там можно чуть-чуть прогнуться и заниматься чуть-чуть-нибудь тем, чем бы ты не хотел заниматься. Но, к моему большому счастью, работа и общение с людьми — это, наверное, самое великолепное, что со мной случилось за это. Максимально весело, очень много разных людей, и это круто. I do work as a flight attendant for quite some time now. It's been 15 years. I also am a photographer. And I also am a graphics/web designer. What makes me most comfortable is if I can work creatively, if I can work on my own terms and on my own time, and if I don't have to report to anyone, if I can do work that involves other people, when I deliver the final product, whatever it might be, when I see their excitement and how grateful they are and how much they enjoy what I did for them, that is probably when I'm the happiest. Я работаю в американской компании в сфере аналитики. Также я занимаюсь развитием внутрикорпоративного приложения. Хотел бы найти работу на дистанционном. Хотел найти дистанционную работу и путешествовать по миру, быть привязанным только к ноутбуку и интернету, ездить, смотреть, знакомиться с людьми.